Денис Викторович, с победой вас. Я думаю, что по результату точно вы можете быть довольны. А довольны ли вы игрой? Спасибо. Ну, по результату, конечно, потому что до этого было две игры не очень удачных. Поэтому сегодня очень важно было победить. Но мы это сделали. А если по игре говорить, то хороший уровень. Первый тайм был полный контроль, но не было голов. Во втором игра выровнялась, но сумели забить за счет индивидуального мастерства и довели игру до победы. Сразу две замены в перерыве. С чем были связаны? Ну, посчитали, что не очень активно и Артем играл, и, наверное, немножко Галанин тоже подустал. Поэтому посчитали, что заменить. А если по персоналям говорить, то с чем связываете некую нестабильность у Артема Галанина? В начале серии забитых мячей, сейчас как вот не идет. Ну, наверное, это естественный процесс, потому что молодой парень, и для них свойственно такими скачкообразными движениями. Был хороший период, когда он забивал, но сейчас немножко другой. Но это ничего, поправимо. Это нормальная ситуация для молодого футболиста. А если проводить параллели с матчем второго тура с Анжи, когда мы сыграли 1-1, и сейчас видим прогресс команды? Ну, конечно, с каждой игрой мы всегда стараемся там прибавлять. Ну, а рисунок практически, наверное, если так сравнить, уровень игры повысился, но рисунок, наверное, такой же остался. В первом тайме тоже в прошлой игре владели преимуществом, забили гол, но во втором Анжи отыгралось. Практически сегодня, наверное, тоже повторилось. Во втором тайме команда Анжи прибавила, но просто мы забили больше.